заказ. Надо прорекламировать этот чай. Что? Рекламу? Наши подписчики не любят рекламу. И что, что не любят рекламу? У нас же есть семьи, нам же надо как-то кормить их, выживать нужно. А что на это скажет Иван? Ай, ладно, он спит. Так, стоп, никакой рекламы не будет. Если хотите прокормить свою семью, ищите работу. Я все сказал. Что случилось? Ничего. Так рассказывай. Нет. Рассказывай, говорю. Сколько их было человек? Много. Сколько много? Один. А второй смотрел. Они обзывали тебя? Да. Как? Влажный. А почему влажный? Я себя только знал. Так сейчас выйдешь и дашь сдачи. Бей. Придурок, подушку бей. Бей как мужик. Бей. Да. Да. Если драка неизбежна, бей первым. Вот тебе телефон. Как это? Позвонишь мне. Хорошо. Почему ты не позвонил? Где телефон? Отняли? Да. Я им сейчас позвоню. Нет. Так отвали. Не берут. Позвони мне, позвони. Твари, а? А ты перезвони им. Угу. Слышь, волчара, я тебе говорю, я не собираюсь своих пацанов сдавать, я конкретно буду до конца на своем стоять. Ты понял меня? Нас было трое, Хайрат, Асхат, Биржан. Все задумал Биржан. Когда они из квартиры вещи вытаскивали, я все записал на видеокамеру. У меня есть в HD-качестве, и могу все принести и предоставить вам. Завтра в 9 сможешь принести? Конечно. Завтра в 9 жду тебя. С валетом. Мама криминал. Братишка, не путай. Фу, говно. Я тебя в жизни поймаю, сломаю, понятно? Братан, прости, пожалуйста, я нечаянно. Чтоб зимой не болеть, чтоб в больницах не сидеть, чтобы жизнь была в усладу, не выебываться надо. Вот на улице мороз, этот вышел долбонос. В мокасинах, без носок, здесь открытый уголок, нараспашку в кошаке, весь на гелины везде. Вот на раз ты выебнулся и соплями захлебнулся. Кашель, головная боль, понос. Брат, есть понты, а есть мороз. А девчонки то вообще, где дубленка? Шапка где? Надо куртку покороче, чтоб чуть-чуть торчал пупочек. Юбка, чтобы поддувала, каблуки, чтоб все сверкало. Ты прекрасна, спору нет, менингит сказал в ответ. И бронхит там восхитился, во все щели погрузился. В общем, так скажу, друзья, не выделывайте зря. Ноги вы в тепле держите, витамин побольше жрите. В общем, это боль моя, да выебывался я. Вот вас счет. Все, братан, я сам оплачу. Да не завязывай, я сам оплачу. Да нет, ты успокойся, что я ж говорю, я сам оплачу. Да успокойся, я тебе говорю, братан, я тебе оплачу. Я тебе говорю, расслабься, я оплачу, все будет нормально, что ты на ты. Ты что, не понял, что ли? Я тебе говорю, оплачу. Ну-ка, пойдем-ка, сходим, пообщаемся. Ну пойдем, что? Ты такой дерзкий, да, пойдем. Ну-ка, пойдем. Пойдем. Я что, больной, что ли? Работаем же! Слышь, блядь, ты как встал, на первого раза не понял, да, нахуй? Чего? Ты не понял с первого раза, блядь, ты? Чего не понял? А, блядь, не понял, нахуй. Деньги есть, блядь? У меня 300 рублей только. Тебе, сука, 300 рублей, тебе, сука, не стыдно? Ты, блядь, 300 рублей, нахуй. Еще раз, нахуй, будешь ходить с 300 рублями, блядь, ебало разобью. На, пятерку, нахуй. Чтоб были деньги при себе, чтобы не стыдно было перед телкой, понял? Все, блядь, удачи тебе, нахуй. Ты понял? Да. Давай, нахуй. Не ходи с 300 рублями, нахуй. Ты же видел мои пранки и стал мигом не в порядке. Ощущаешь, ты представляешь, что в его голове сошла? Там взрыв мозга. Взрыв мозга. Просто, блядь. Я взлетаю на бит. Чувствуешь этот кайф? Это Эдвард Билл. Здравствуйте. Вот что желаете с праздником?
как вы с**ли со своим праздником? Чё это за праздник-то, а? И чё теперь парады в эту честь устраивать? Лучше б Гитлер победил, сейчас бы как люди жили. Хотела бы так? Чё язык проглотила? Извините, я по-русски плохо понимаю. Стой, сынок! Не пошли в него руки, на! Шеф-повара. Чё так долго? А, приятного аппетита. Ну чё, поехали? Зай, ты обещал, что сегодня я поведу. Нет. Ну пожалуйста, я же помню, ты обещал. О, нифига, тут три педали. Понятно. Это коробка, это ручник или наоборот? Ой, зеркала. Хотя пофиг, я в них все равно не смотрю. Сейчас ручника снимаю, поехали. Блин. Дачу оставляю родителям, квартиру сестре. А мне? Тебе машина. Класс. Хорошо, вот здесь подпишите, пожалуйста. Ну что, завожу? Полное оцепление, мы уезжаем. Хочет наш, ей же и сильно не бесит. Это будет царствие твое, да прибудет хвост твое. Нет! Давай не сегодня, я что-то очень нервничаю.